Мы плавно переходим в режим зимних каникул. 40% школ у нас уже на каникулах, 60% уходят 30 декабря. На сегодняшний день из тех 60%, которые работают, 10 классов у нас закрыто, их количество сокращается, как мы видим. И по заявлениям родителей у нас работает 25 классов дистанционно. По закрытым учреждениям у нас 43-й детский сад возобновляет работу с 28 числа, поскольку вышли болеющие сотрудники, уменьшилось количество заболевших среди детей. Продолжает работать дистанционно 81-я школа, там болеет более 20% педагогического состава, и 111-я школа уходит на дистанционное с сегодняшнего числа по заявлениям родителей. В целом обстановка у нас стабильная, работаем. Какие вопросы? Елена Владимировна, что у нас по новогодним праздникам? У нас все мероприятия, которые были запланированы, проведены в режиме онлайн, либо, если это 1-4 классы, с соблюдением всех требований безопасности. Дети получили в детских садах и 1-6 классы подарки городские. Праздники у нас уже закончены, то есть такие активные мероприятия закончены. К сожалению, в этом году мы не приглашали на них особо артистов, не приглашали родителей, поскольку должны были соблюсти меры безопасности. Но по данным наших учреждений, все мероприятия проведены достойно и без замечаний. А на новогодние праздники, после новогодние, рождественские праздники планируются какие-то утренники, елки? Ну, все, что проводилось, уже закончено. То, что будет проводиться массово в городе, мы детей туда организованно не приглашаем. Приглашаем только на отдельные мероприятия, там, где будет участвовать ограниченное количество человек.